Правительство Испании решило переименовать международный аэропорт Барселоны Эль-Прат. Воздушная гавань будет носить имя каталонского политика Жозепа Тарадельяса, первого председателя Генералитета периода демократии. Об этом сообщила министр образования и профессиональной подготовки официальный представитель правительства страны Исабель Села. Решение о признании заслуг президента Тарадельяса – это послание гармонии, понимания и диалога. По ее словам, переговоры испанского премьер-министра Педро Санчеса с главой каталонского правительства Кимом Торой, состоявшиеся накануне, подтверждают, что каталонский кризис можно решить лишь путем диалога в рамках конституции страны. На заседании Совета министров Испании также одобрена инициатива по повышению минимального размера оплаты труда на 22% и увеличение более чем на 2% зарплаты для государственных служащих. Также, в частности, объявлено о планах выделить почти 113 миллионов евро на ремонт скоростных автострад в Каталонии. Заседание центрального правительства прошло на фоне акций протеста сторонников независимости. Каталонский кризис остается одной из главных проблем Пиренейского королевства.